Бивас и Батхед не существуют на самом деле. Они не люди, они всего лишь герои мультфильмов. То, что они иногда делают, может навредить людям. За это могут выгнать из школы, арестовать или даже выслать за границу. Чтобы такого не случилось, не пытайтесь повторять это дома. Бивас, попробуй. А, замечательно. Он обещал нам купить чего-нибудь пожрать. Обманул он тебя, Батхед. Заткнись, Бивас, он просто дурак. Бивас, попробуй. А, замечательно. Эй, придурок! Эй, придурок! Эй, придурок! Круто! Может, я пойду укушу кого-нибудь тоже? Но это тоже будет круто. Очень круто. Круто.
Змеиный глаз. Мы принесли тебе глаз. Чего? Ты же, блядь, сказал, что с двумя глазами прочитаешь быстрее эту сраную книжку. Ну вот мы тебе глаз и принесли. Это что, шутка, что ли? Нет. Я признателен вам, ребята, за то, что вы вернули мне мой глаз. Ладно, ладно, нафиг. Короче, книжку давай. Ну, раз уж вы меня выручили из такой ситуации, мне нужно вам помочь. А где же порнография-то? Он нас прокинул, Батхед. Однажды темной ночью я пропадал, но книга-то меня спасла, и я увидел в свете том, что я могу взлететь и быть свободным. Сэм, пора. Не могу, старина, я только взял вот эту книжку. Увидимся в аду, дружище! Увидимся в аду! Этот парень охренеет, если он вернется. Да. Это, блядь, как берет у нее на голове. Или что так? Внимание, внимание, вы слишком близко подошли к машине. Внимание. Сигнализация очень чувствительная на этой машине. Не могли бы вы, ребята, отойти подальше? Не-а. Прекрасно, прекрасно. Всего вам доброго. Thank you.
Внимание, внимание, вы слишком близко подошли к машине. Внимание. Сигнализация очень чувствительная на этой машине. Не могли бы вы, ребята, отойти подальше? Не-а. Прекрасно, прекрасно. Всего вам доброго. Авто, возьми меня. А рынок, ух ты, бля. На помощь, меня угнали. На помощь, меня угнали. На помощь, меня угнали. На помощь. О, черт, где моя машина? Похоже, она пошла прогуляться. Да, помахала вам ручкой. Сказала, подержи-ка мое место. Я вернусь скоро. Да, а я думаю, что вряд ли так. Ну, хорошо, я ее подожду. Да, ты все верно понял. Неудачник. Она приросла к асфальту. Я не могу ее отодрать. Ты слышал, что ты только что сказала? Ну да. Это жирный гамбургер. Ага, как мы с тобой, такой же. Это жирный гамбургер. Ага, как мы с тобой, такой же. Нормально, Бивас, теперь застрял. Я этого не делал, это ты сделал, это ты сделал. Да, бля, но ты же меня не предупредил, глупая жопа. Эй, черт, я все еще не могу отодрать. Попробуй-ка еще разок баткать.
Набейте ее. Хм, это будет нелегко. Но я вам могу сказать, что если работа будет выполнена плохо, мы не возьмем с вас денег. Это политика нашего магазина. Не могла бы ты заткнуться и отдать мне белку, а? Эй, чё вам надо? Эндерсон хочет, чтобы мы набили для него чучело медведя. Да-да, через жопу. Эй, вы уже опоздали, я закончила. Мистер Баскет забрал его. Чёрт. Что? Нет уважения к символу свободы? Вы, ребята, достойны жалости! После того, что вы сделали, я вас... С этого момента зал ветеранов вне зоны вашего посещения! Мистер Баскет? Медведь привязан к моей машине! Вам что, по буквам повторить? Понял, нет? Да, сэр. Извините, сэр.
Прекрати, приятель. Да, вернись. Нам нужен этот медведь. Если кто дотронется до моего медведя, у него будет столько проблем, что мало не покажется, я вас предупредил. Поняли? Да, сэр, спасибо, сэр. Мне не больно, сэр. Моряк может все стерпеть. Спасибо, сэр. Можно еще разок? Моряк может все стерпеть. Спасибо, сэр. Можно еще разок? Ты чего, собираешься без ключа открывать, что ли? Ты меня слушаешь? Ты стой здесь и жди, а я принесу ключ. Смотри, чтоб какие-нибудь засранцы тут не крутились. Ой, блядь, новое поколение, все наглые такие невротивые. Там что-то внутри есть, Бивас, я слышу. Проверь-ка там внутри, Бивас. Там зубы растут или что-нибудь. Это же типа дырки от задницы. Ты дырка от задницы. Простите, сэр. Там что-то... Там что-то не так. Я нащупал что-то, но взять пока не могу. Там что-то внутри есть, Бивас, я слышу. Вау! А я думал, что медведи только в лесах срут. О, друзья, друзья мои, спасибо, спасибо, он какая хорошенькая белочка. Она чё, правда хорошенькая, что ли? Лучше помолчи, Бивас.
Эта веревка типа слишком твердая. Задница. Обычно я терпеть не могу полотенце, но это мне понравилось. Эй, Бивас, обрежь эту веревку. Она нам может пригодиться. Да. Задница. Бивас, ты придурок. Конченый, слезь с меня, чертовой бабушки. Я бы прекратил этот гнилой базар, только вот черт, выключатель поломан. Батхат, а что ты имеешь в виду, когда говоришь «выключатель»? Что ты имеешь в виду, Бивас? Ты сказал «в виду». Ключи Тодда. Поехали! Поехали! Эй, приятель, померь-ка вот эти зубы. Вау, спасибо, ребята. Теперь я смогу снова жевать чего-нибудь из еды, например. Смотри-ка, ну ладно. Мое почтение. Эй, смотрите, они мне подходят. Мы не можем зайти туда, придурок. Почему нет?
Да дверь же закрыта, ты идиот. Фермерские дочки. Нет, вы нас видели, когда вы в танке катались. Крутая тачка, парни. Ага, мы скоро будем в банде. Может, повеселимся сначала? Да, полезайте в багажник. Мы отведем вас к себе и там круто повеселимся. Ну а вы, клевые телки. Узнаете позже, ребята. Клево, сюрприз. Я говорил тебе, брось эту веревку, урод. Сейчас потрахаемся. Размечтался. Эй, чувак, это машина Лероя. Нам надо пощупать этих телок. Вот это парни. Я тебе хочу, малыш. Только не люблю я это с голодухи. Принеси нам по хот-догу. Конечно. Эй, стойте! Пока, мать! Это будет клёво! Это уже клёво. Ты типа напердел. Ты видишь кого-нибудь? Ивас, ты придурок чертов, я ни хера вообще не вижу. Hello, Батхат, Батхат. Да, Бивас. Батхат, не пугай меня так, твою мать. Бивас, Батхат, это должны быть вы. Если ты нам поможешь, мы сможем доставить тебе удовольствие. Обойдусь как-нибудь. Ну вы прям фотомодели. Выходите. Она сказала рада.
Вы где были, сосунки? Мы тут Сатьку твою пригнали. Да, и это было не так-то просто. Дай мне ключи, сынок. А ты возьмешь нас теперь в свою банду? Окей. Но если вы обосретесь, сами виноваты, так и знаете. Вау! Сотрудники, полиция! Вы, ребята, знаете владельца этой машины? Ты имеешь в виду машину Тодда? Вы имеете право молчать? Все, что вы говорите, можно... Да вы чё, это не моя тачка! Я вас, сосунки, убью! Ничего, Тодд им сейчас еще покажет! Он даже об них руки не замарает. Давай, пока он не вернулся в телек, попялимся. Че там идет? Хрен знает, параша какая-то. Выйдет из тюряги, наверное, он возьмет нас к себе в банду. Поживем, увидим, Биос. Эй, Ватха, как ты думаешь, а я когда-нибудь трахнусь? Я да. А у тебя никогда ничего не получится. Ты никогда не будешь в банде Тодда, и вломить ты никому не сможешь, и никакая дура тебе не даст. Заткнись, Ватха, я твою задницу напинаю. Сначала я напинаю твою. Эй, парни! Гони! Гони скорее! Приготовиться к огню, капитан. Пока! Еще увидимся! Бивас, не будь уродом.